А на контрольно-пропускном пункте Новотроицка в Донецкой области пограничники задержали женщину, которая пыталась провести на временно неподконтрольную Украине территорию военный нож для одного из боевиков. По погранслужбе заранее получили информацию об этом. Когда женщина въехала на пункт пропуска, ее автомобиль отправили на досмотр. Во время проверки машины нож нашли, изъяли и передали полицию.